С днем учителя. Спасибо. Спасибо за труд, за доброту к нам. Скажите, пожалуйста, у меня потемнел сбоку метасоник. Да, он из серебра, ничего страшного. Что это означает? Ничего страшного. Когда же я встречу мужчину для дальнейшей жизни? Когда вы встретите мужчину, когда у вас вот здесь будет тепло. Ищите не мужчину, а ищите тепло. Я говорю вам серьезно. Тепло в груди. Находите его и умножайте. Как его необходимо находить? Я там счастлива, я радуюсь, мне приятно. Вот чем больше вот этого тепла, тем красивее женщина. Начинайте вокруг себя видеть прекрасное. Если женщина видит прекрасное вокруг себя, то окружающим она кажется самой красивой. Именно поэтому, если все вокруг вас заставляет вас страдать, то найти потом мужчину будет очень сложно. Почему мужчина любит женщину? Если женщина видит вокруг себя все прекрасное, то она становится красивее. И мужчина эту красоту в ней видит. Мужчина видит красоту мира через красоту своей женщины, глядя ей прямо в глаза. Ну что, я желаю всем нам прекрасных выходных. Ага. Будет ли работать марафон, если приобрести через полгода? Нет. У меня на ноге появилось ростовое воспаление. Мне посоветовали обратиться за лечением к бабушке целительности. Действительно, эзотерика лечится это заболевание, да. Как лечить? Утром, когда взойдет солнце, только начнет всходить, возьмите красную тряпку, натрите ее мелом и оберните ростовое воспаление. Со словами, жаба и морда, камень в руку, камень в море, под камень. После этого скажите, там же и останется. Не так. Говорите, в руке ключ, ключ в камень в море, под камень. И на этом, и носите вот такую штуку красную, шерстяную лучше, тряпку, обмотанную на ноге. Носите 2 дня, на этом все закончится. На 3-й день тряпку можете выбросить. Не сжигать, ничего не нужно. Как найти не просто человека, а своего? Найдите мой семинар, который называется... Есть авторский семинар, который называется «Как найти любимого мужчину». Часть 2. Купите его, там я все о том рассказываю. Как найти именно своего, почему не получается жениться. Очень много было хороших отзывов по семинару. Серьезно работает. Только не первая, а 2-я часть. Там больше философии такой.